Это, конечно, первые такие, даже не шаги, а первые такие вот миллиметры на том пути, о котором я сказал. Господство над собственным телом, собственной конструкцией и превращение в такого соавтора, а потом и просто в творца. Я думаю, ни к чему хорошему это не приведет, потому что человеку свойственно заблуждаться относительно себя. Есть как образ человека. У каждого человека есть свой образ, который он видит в зеркале и так далее. Он страшно комплементарен всегда. То есть человек кажется, что он очень красивый, обаятельный, остроумный, умный, молодой там, и так далее, и так далее. А в реальности это не так, как правило. И практически не бывает обратного. Вот, поэтому этой роли творца, скорее всего, человек и вообще разумное существо, которое вот так вот создано непонятно кем, скорее всего, не выдержит.